отлично. Между прочим, коричневый, да, кто-то знает. Коричневый с розовым вообще круто сочетается. Кто подсказывал, наверное, знает. Либо хороший насмотренность, да, есть вкус у человека, тоже можно развить. Но когда вы знаете теорию цвета, вам попроще, вам намного проще. Настя, там что-нибудь есть? Нет, ничего больше нету. Так, рисуем. Рисуем. Рожки у нас, кстати, рожки у нас какие-то должны быть, ну, желтенькие, наверное. Самое, вот скажите, какая самая привлекательная часть в персонаже? То есть, когда мы рисуем персонажа, какая самая, ну вот у него часть, у коровки, что в первую очередь бросается в глаза? На что мы обращаем внимание? У кого есть варианты? Конечно, это глазки. Да, Да. просто добавить комментарии. Давайте пока закрою. Так. Рисование кто-то Видите, рисует. Дашка стала 3D. Девчонки, пока выключила, пока рисуем. Юлечка, можно попросить тебя ты в наушниках открыть жалюзи? Темно у нас становится. Чтобы было видно. Спасибо большое. Вот, сейчас будем глазки. Глазки, самое главное. Сейчас мы, когда нарисуем глазки, она у нас просто засияет. Ой, классно. Думаю, хватит, наверное. А, спасибо. Рисуем глазки. Юлечка, давай все-таки закроем, было лучше. Здесь видео тормозит очень сильно. Прямо как раз картинка. Вообще закрывай полностью. Внимание. У нас блики. Сегодня солнечно, поэтому мы так радуемся, что сегодня солнышко. Так, реснички, реснички, выделяем реснички, выделяем глазки. Вот сейчас посмотрите, как выделилась, да, коровка, какая стала она у нас сразу классная. Хочется, вот, хочется обнять. Обнять, зацеловать, взять с собой, купить, да, читай, купить. То есть у нас цель, чтобы вашим покупателям понравилось, чтобы захотелось купить. Взять с собой, прийти к вам еще разочек. Правда? Выстроить отношения с вашими клиентами. Кстати, когда вы рисуете иллюстрации, не только, ну, умеете, у вас есть навык создания скетчей к пряникам, к тортикам, вы еще и можете дополнить свои изделия, нарисовать небольшие открыточки, бирочки, да, вы можете делать это сами, придумать, нарисовать и распечатать. Тем самым вы повышаете заказчиков к вам. Это очень круто. Да? У вас всегда готов. Вообще кондитерам, конечно, в этом плане очень круто. У вас всегда есть подарки для ваших близких. Вам не нужно париться. У вас всегда есть что подарить. Но с другой стороны, кондитеры, наверное, одни из самых запаренных людей в празднике. То есть люди празднуют, а девчонки пыхтят. Вот, ну ничего страшного. Ну, ведь наша профессия, это же наш праздник, правда же? Так, хочу сделать листики, но хочу их сделать не зелеными, а какой-нибудь мятный навести, раз у нас такая гамма. Да, про гамму тоже вот на курсе я рассказываю, почему мы выбираем именно такие цвета. То есть я это делаю это уже интуитивно. Вот, а кто учится, приходится иногда все-таки следовать некоторым простым, да, несложным правилам. Будут листочки. Если кто-то со мной акварелью рисует, вы знаете, да, важное замечание, что вы всегда даете высыхать плоскости, прежде чем работаете с другой, соседней. Ну, практически она у меня уже готова, коровка. Девчонки-пряничницы, которые у меня учили сейчас. Ой, красота какая, господи, какие же у них невероятные изделия. Это просто... Я, если честно, всегда радуюсь. Не знаю, как это иллюстраторы вот есть, которые не разрешают использовать картинки свои, которые как-то, не знаю, настроены, что вот. Мне, наоборот, нравится, когда,
ну, как персонажи выглядят на пряниках. Они находят воплощение. Вообще, рисую только для книжек, но перед сладостями я устоять не могу. Все эти нюансы мы проходим, конечно, на курсе. У нас, ну, вот на самом деле, как на курс попасть? Можно ко мне зайти, у меня есть кнопочка, там топ-линк, это ссылка в профиле, можно на нее нажать, там будет сразу вам информация, можно будет написать куратору и записаться на курс. Старт потока у нас 28 числа, вот, сейчас мне сказали кураторы. Будем учиться рисовать, как раз пройдем курс мы за пару-тройку недель и уже будем полноценно готовы к новогоднему сезону. Все расскажу, все научитесь, будете сами создавать милых персонажей, и ну, это будет незабываемый сезон, потому что он будет очень творческий, очень классный. Ну а Настя поможет вам, если кто новичок, мастер-класс, как персонажей наносить, да, как делать пряники. Вот такая коровушка у нас получается. Я очень люблю еще карандашком обрабатывать немножко. Для того, чтобы придать объема. Расскажу по программе, пока обрабатываю. Изучаем мы, как построить милого персонажа. У нас три теоретических урока, где мы как раз разбираемся в построении, это тем самым я вам развязываю руки. То есть вы сами можете строить милых персонажей. Получается у всех, да, у кого-то быстрее, у кого-то чуть помедленнее, но у всех получается, в основном очень быстро. И дальше мы разбираемся с вами с цветом, да, как сделать так, чтобы цвета всегда сочетались, чтобы вы выделялись среди конкурентов своими классными гармоничными сочетаниями цветов. Мы с вами также разбираем вот эмоцию, да, когда мы с вами создаем эмоцию персонажа, мы делаем контакт со зрителем. Как раз вот про это мы будем разговаривать, все буду показывать, все буду рассказывать. Ну и мастер-классы. Рисуем мы с вами там несколько образов. Нарисовав эти образы, вы уже сможете сами делать эскизы для своих изделий и все что угодно воплощать. У нас там Дед Мороз, Снегурочка, несколько видов бычков, да, это у нас один из них, там будет много разных, как еще можно их трансформировать, вариантировать. И что же еще? Снеговичок, еще от Насти будут мастер-классы. В общем, курс такой очень получается цельный, классный. Уроки у нас в записи, идет поддержка. То есть мы смотрим ваши картинки, проверяем, даем обратную связь по домашним заданиям и ведем. И цель на самом деле обучения, она в том, чтобы у вас появился арсенал, появился инструментарий для того, чтобы ваша работа стала еще более интересной, чтобы у вас были результаты, чтобы ваши продажи повысились, чтобы вы стали более популярным кондитером. Ну все, слушайте, у меня уже в принципе готово. Можно улучшать бесконечно, тем не менее. Вот мы с вами потратили сколько? Полчаса времени, чуть больше. Комментарии я включу. Лучше выглядит, чем на видео. Да, в жизни, кстати, лучше. Комментарии включаю. Рога желтенькие. Я сейчас, кстати, вижу, я ее рисовала, девчонки, сбоку. То есть я прямо, ну, вот, сбоку сижу и рисую, поэтому мне не видно. А я сейчас вот могу посмотреть. Здорово. Спасибо. Я надеюсь, что у вас получились коровята. Кто рисовал со мной, выкладывайте, буду смотреть, проходить тоже. Да, давайте вопросики, если есть вопросы, пока посмотрите. Да, можно будет эту коровку у меня еще увидеть в аккаунте. Так, порисовали, море удовольствия, здорово. Если есть вопросы, смотрите, про какие-то вопросы именно по творчеству, вопросы там, по авторскому праву, можете писать, мне задавать, можете сейчас задать, можете попозже. Что касательно курса, проходите ко мне в аккаунт.
Да, будет ли запись эфира? Не знаю, надо девчонок спросить, кто организаторы, наверное, сохранят, я надеюсь. А, это мне нужно сохранить, да? Я сейчас нажму эту кнопку. Ну, я постараюсь. Я не такой опытный человек, который ведет эфиры. Заходите, у меня есть в профиле ссылочка. Там топ-линк. Там самая там первая или вторая ссылка. Увидите всю информацию. Можно будет сразу написать по кнопочке выйти на мессенджер с куратором и все про программу узнать, про программу, про то, как мы будем обучаться, длительность, стоимость, что, как. Спасибо за такой позитив. Пожалуйста, спасибо вам, что пришли, порисовали со мной. Мне было очень классно. Я действительно сегодня хорошо начала день в теплой компании. Да, приходите в аккаунт. Привет, привет, привет. Приходите в аккаунт, приходите на курсы, заходите в издательство, книжечки, смотрите. Ну, мы на самом деле работаем для вас. Да. Да, можно ли использовать ваши иллюстрации для пряников, которые могут продать? Да, вопрос очень частый. Приходите на курс, будете рисовать сами. Это все очень просто. Можно использовать, если вы не тиражируете. То есть в единичном экземпляре, если вы работаете глазурью. Я вот в таких случаях разрешаю. Вот, покажу. Давайте поближе, чуть-чуть, чтобы рассмотреть можно было. Вот, давайте выкладывайте своих коровок. Будем лайкать, хвастайтесь, будем смотреть. И жду вас на курсе. Кондитерский курс стартует у нас 28 числа. Я вас всех очень там жду. Будем обучаться. Это действительно будет очень круто, весело, интересно. Вы получите настоящие знания из первых рук. И вы совершенно не первый человек. Я обучила более. У нас на марафонах более 3000 человек. Более 700 студентов на курсе. Это на самом деле очень круто, потому что действительно у девчонок меняется жизнь. И вы получаете просто себе инструмент. Развязывайте ручки и кайфуйте от того, что делаете. Поэтому жду вас я непременно на курсе. Наша команда будем учиться, будем свой инструментарий расширять и будем готовы на 100% новому сезону. Новый год уже не за горами, поэтому я вам всем желаю сделать много заказов, причем заказчиков не вредных, классных, напродавать много вкуснятины, получить деньги, получить кайф хорошего сезона. Спасибо большое за эфир. Приходите в аккаунт. Настя, напиши еще раз, пожалуйста, аккаунт. Еще раз. Да, На да. счастье. Да, чтобы было видно. А то он не уходит. Да, кучу секретиков не рассказала. Сегодня мало времени, поэтому хочется поделиться. Да, спасибо, Настя. Сейчас попробую сохранить эфир, девчонки. Спасибо большое за то, что были вместе со мной. Ага, спасибо. Я буду заканчивать и постараюсь его сохранить, чтобы можно было посмотреть еще раз, если кто-то что-то не успел. Коровенок симпатично вышел.